Здравствуйте, дамы и господа. В эфире программа «К нам приехал» на телеканале «Ля Минор». Я ведущий программы Виталий Волин. Сегодня у нас в гостях, дорогие друзья, серьезный человек. Темы будут подниматься серьезные, я бы сказал, в некотором смысле социальные. Потому что в гостях у нас сегодня Андрей Клемнюк. Какой чудесный вечерок, как ты в этом платьице прекрасна. По асфальту тук-тук каблучок, вслед тебя смотрю, но все напрасно. Недотрога, 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 вожделение юности моей. Недотрога, 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 где же ты теперь? Первая красавица двора шла догола всех, смотря с презрением. И тогда вся наша пацанва на нее глядела с вожделением. Недотрога, 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 вожделение юности моей. Недотрога, 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 где же ты теперь? Опустили юности дворы. Я с надеждой жду, пройдешь ты мимо. Недотрога первой той весны. Недотрога, 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 вожделение юности моей. Недотрога, 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 где же ты теперь? Недотрога, 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 вожделение юности моей. Недотрога, 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 где же ты теперь? Где же ты теперь? В гостях у нас автор и исполнитель, если можно так сказать, из Энска, Новосиба, Новосибирска, автор-исполнитель Андрей Клемнюк. Привет, Андрей. Насколько я знаю, ты у нас уже не в первый раз. В принципе, ты был в начале, скажем, телеканала «Ля Минор», это больше 3 лет уже прошло. Твое творчество началось с Афганистана. Как это было? Расскажи, пожалуйста. Наверное, прежде всего, я в Афганистане начал писать первые песни свои под гитару. Естественно, под гитару. Я как бы начали их писать под магнитофоны в те времена. Это появлялись там шарпы, да, чего не было в те времена в Союзе. Там шарпы, панасоники, там более качественный звук. Собирались в модули, писали песни под гитару. Они, С дорожки на дорожку. Да, да, те ребята, кто со мной служил, они эти забирали эти песни. Кто-то увозил в Грузию, кто-то в Дагестан, кто-то увозил в Сибирь и так далее. Вот так эти песни расходились по стране. И до сих пор приятно, что эти парни мне до сих пор звонят, как мы общаемся, находим друг друга. Благодаря, кстати, вашему каналу, у меня очень много сослуживцев нашли, которые служат сейчас в Киргизии, живут, точнее, в Киргизии, в Беларуси. Слушай, Андрей, а ты слышал свои песни, ну, естественно, так как они разошлись, в исполнении других? Ну, вот уже, естественно, намного позже Афганистана. Да как-то нет, к великому сожалению, может быть, это и к лучшему. Я не знаю, песни не слышал, чтобы кто-то их перепевал. Андрей Клемнюк у нас сегодня в гостях, у нас звонок, алло. Добрый вечер, Виталий. Здрасте, Светлана, наша постоянная телезрительница. Спасибо вам большое. Добрый вечер, Андрей. Добрый вечер. Андрей, хорошо поете. Спасибо. У меня ваши записи есть.
особенно вот в шоферском сборник. Спасибо большое. Скажите, пожалуйста, когда вы начали писать песни, сколько вам было лет? Ну и кто вы по гороскопу? Кстати... Ну, песни начал писать такие, знаете, дворовые песни, подражание, наверное, кумирам тех лет. Это Александру Яковлевичу Розенбауму, Аркадию Звездину Северному. То есть мы подражали, вот в нашем дворе подражали этим исполнителям, да. А по знаку я весы. А числа какого? 27 сентября. Ух, да мы с тобой рядышком, я 26-го. А ты вообще веришь в то, что... В гороскопы? Да, вот принадлежность. Я вообще такой человек в этом плане, как баранимый, да, по всей видимости верю. А что присуще тебе, как весам? Не знаю, как бы я, честно, сейчас не помню гороскоп свой. Но я смотрю это иногда, да, оно практически, ну, приходят газеты новосибирские, да, там, читаешь там, листаешь там раз гороскоп на неделю, смотришь, весы. Ну, оно практически сбывается все вот так вот. Эта неделя будет такой, это следующая неделя такой. Год будет вот таким для весов. Вот на самом деле так складывается, что есть года черная полоса, есть белая полоса. Не, ну, а жизнь зебра. Ты знаешь, я сейчас тоже это вот раньше смотрел гороскопы и приходил к выводу, что ну кого не возьми, ребята-то не дураки, там пишут универсально, практически под любого можно подогнать. Вот, коль весы, твердый ли сразу ты принимаешь решение, либо 100 раз отрежешь, вернее, отмеришь, 1 раз отрежешь? Ну, вообще весы – знак воздуха, да, и отдать должное, там, и вот, судя по гороскопу, это люди, как правило, творческих профессий. И многим в жизни им дается легко. Где, допустим, человек другого знака, там бы сломал голову или ногу, добиваясь чего-то, то весам где-то бесспорно легче, чем другому знаку зодиака добиться этого. Слушай, знаешь, я сейчас вспомнил то, что я свой приказ в Дембельске в 88-м году отмечал вместе с днем рождения. Он выходит с 26 на 27. У тебя совпадал ли приказ там, ну не знаю, ты будучи офицером? Нет, у меня самое страшное воспоминание в Афганистане, да, это, конечно, об этом, может, и не стоит говорить в камеру. Ну, накрыли стол, там все, с командирского пайка там была колбаса взята, там охотничья. В те времена же в Союзе этого не было. Вот там. Я уже говорил про тушенку, сгущенку и прочее. И у меня заболела печенка. А, вода ни с того, плохая. Ни с сего. Я так, что такое? Мне привозят в Баграм медсамбат, мне ставят диагноз гепатит. Ну, вот желтуха, точнее, вот она полностью. Ну, там это, то, да, простейшая Средняя форма. Азия, мы полками многие, же да. болели, лежали в проходах, в госпиталях. По 2-3 яруса кровати стояли. Брюшной тиф, желтуха, это вот повально валило. А афганцев вот они как-то не касалось. Хотя пили там с одного рыка, там, мы, в отличие от них, там, бросали таблетки, пантоциды там, и прочее, и прочее. Ну, болели, да, все это болели. Дело. Конечно, не та форма гепатита, которая сегодня страшна, там, С, там, и прочее. Это там, так Б. У тебя приказ и день рождения прошел? Нет, у меня не приказ, будучи офицером. Я так имел день рождения в Афганистане, как оно запомнилось. На следующие сутки печенка вот такая стала. А, понятно. Я просто вспомнил это, свои приказы. И вот первый приказ, когда меня из духа в чайника переводили, вот, и полночи, ну, я думаю, сейчас уже можно это говорить, пили брашку, ну, солдатам хочется, то ставили свою там, вот, и в конце концов в 5 утра приходит дежурный там по этому, по части, он говорит, отдельная батарея, подъем, марш-бросочек, приказ отмечать будем. Такие с рожами. Жестокий командир части был. Да, вот так вот у нас, да, военно-спортивными праздниками отмечали. У нас была, вот я себя помню, такую добрую традицию, у нас где-то месяца за 2 уже дембелей на боевые не брали. Хотя они рвались, там вот как бы воспитание было в те годы, не брали, вот просто, чтобы человек выжил и вернулся на родину. Ну, от случайности застраховать его, как бы, это ну, уже понятно. Такая негласная традиция была в Афганистане в нормальных частях. Но в нормальных частях и молодых, наверное, тоже в пламя-то не пускали. Да нет, конечно. Кто бедолагу с учебки, что он? Когда его спрашивают, там, в учебке, что ты делал? Ну, забор как раз, а сколько раз стреляли? 3 раза на полигоне, по сколько патронов? По 3. Один еще пристрелочный, да? Да, да. И вот 3 так... контроля. Давай послушаем следующую песню. «Отгулял» называется песня. Thank you.
видимо, свое я отгулял. Отгулял. Кабакам оставив сизый дым, до безумства свои струны рвал. Когда был отчаянно молодым, до безумства свои струны рвал. Когда был отчаянно молодым, видимо, свое я отгулял. Отгулял. Кабакам оставив сизый дым, до безумства свои струны рвал. Когда был отчаянно молодым, до безумства свои струны рвал. Когда был отчаянно молодым. Видимо, свое я отгулял, отгулял. Как лежил ешь бог от мне судья, то тонул по жизни, то всплывал. Жизнь как жизнь иначе и нельзя. То тонул по жизни, то всплывал. Жизнь как жизнь иначе и нельзя. Андрей, ты знаешь, если ты помнишь, ты мне подарил книжку свою. Да. Вот, прочитал я ее от корки до корки. И основная мысль, насколько я понял, но вот то, что касается тюремной тематики, я не нашел ни одного стихотворения, которое в положительном, как бы в романтическом ключе характеризует вообще колючку. Вот, везде идет в этом смысле негатив, но, насколько я понял, основная идея этой тематики – ребята, думайте прежде делать какой-то шаг в жизни. Так вот, место рождения – это город Минусинск, а этот город, в принципе, лидирует по количеству тюрем на душу населения, я имею в виду область, которая… Край. Край, да, да, да. Конечно, там знаменитые решеты там. Да, и даже, насколько я помню, ты говорил, там даже декабристы одни из первых. Ну, там Ленин был, Крыжановский был. Угу. Все слипки. Ну, Владимир Ильич в очень приличном доме жил. Угу. В очень приличном, в центре города, в центре Минусинска. А потом уже его отправили в Шушинское. Но это уже рядом. На каком-то, не знаю, мистическом, может быть, ли уровне связано ли место рождения с творчеством, которое ты... Да нет, тут, наверное, больше, наверное, школа двора. Вот ей 70-е годы, я вот это говорю, школа двора. Потому что там же был какой единый принцип, да. Ты вот сегодня смотришь на молодежь, там они разбивают в Швейцарии Ламборджини, угу. Папа платит залог судейским, да. Угу. Мы же были гораздо проще. Мы не выделялись там, если на весь дом, на всю девятиэтажку было два жигуленка. Считал зажиточные семьи. Ну, это круто было. Да, остальные ходили там в ботинках, прощая молодость. Нам не было зазорным ходить в валенках в Сибири, будучи в 10-м, в 9-м классе. Угу. В этом ничего зазорного не было. И вот как бы, это всегда же 13-14-летних пацанов тянет к блатной романтике, да? Потому что вот. А потом же происходит обычный, больше общаешься с этой категорией людей. Начинаешь понимать, что не так все сладко. Я общался с людьми различных категорий этого мира. И ни один мне не сказал, что там здорово, я хочу вернуться. Ну, ни один. Это реальные люди. Угу. Вот, которые что-то видели в этой жизни. Так что, и эта книга, она посвящена, что ты правильно, Виталий, сказал, что, ребятушки, не надо оторваться. Вот в этом смысл, наверное, той поэзии, может, я же сказал, высокопарно тех моих стихов, там, тех песен, которые в этой книге написаны. Угу. Так, что же я хотел-то спросить у тебя? Ну, из головы вылетел, но что-то, как мне кажется, умное. Ладно. Альбом «Колея». Угу. Выпустил ли?
и что там, что интересного для слушателя? Этот, как бы, это альбом о человеческой судьбе, о человеческих судьбах, точнее. Это альбом, опять же, будет такой немножко лагерно-лиричный. Но там нет призывов никаких там, ребятушки. Наоборот, это рассказ о человеческих судьбах. Вот там вошло 11 треков. Этот альбом мы сегодня договорились с одним московским рекорд-лейбл. Они у меня приобрели права. И этот альбом, наверное, в декабре увидит свет. Угу. Здесь у вас, в Москве. Все, по России. Да, да, да. Легко ли было, ну, грубо говоря, пристроить альбом, скажем так? Написать да сегодня, это одно. Нет, сегодня это вообще проблемно. Надеюсь, что же на лучшее, когда вот времена докризисные были, да? Как бы любой проект, когда-то можно было там с кем договориться, порешать. Сегодня гораздо сложнее, очень сложно все это. Тем более, живя в Москве, живя, образно говоря, хотя Новосибирск не является музыкальной провинцией, у нас там это искусство развито, ну, и, там, и камерное, серьезный и центр, балетное, да, серьезно. Но все равно, как бы, ориентиры все, прерогатива данного виде бизнеса отдана Москве. Это понятно. Ну, в принципе, да, тут уже и не поспоришь. Для того, что издамся в Новосибирске, это не вопрос. Это узнает только Сибирь там. Нет, то, что касается, скажем так, коммерческой стороны, то Москва, да, но Новосибирск... Это серьезный край. Не, мы говорим, ротируемый, допустим, любой московской студии или новосибирской. Во-первых, ну, грубо такой вопрос даже коммерческого характера. В Новосибирске, в сибиряков никого не такой дистрибьюции, как здесь. Соответственно, тебя больше узнало людей, значит, больше гастролей, больше концертов, больше каких-то приглашений на всевозможные фестивали и так далее. Слушай, Андрюш, ну, я думаю, ты не будешь спорить, что пираты... Самые продвинутые. Я сколько лет подряд, у меня просто родственники живут в Новосибирске, езжу в Новосибирск, и, честно говоря, все, что на рынках находилось, я хоть бы один диск, хоть бы одну кассету вот, лицензионную видел, там ребята пашут просто не на жизнь, а на смерть. Они за любую новинку, там за все берутся, где нюхают, что вот... Это принесет деньги. Сразу же мгновенно выходит пиратский диск. Да не, ну это понятно. Это не только в Новосибирске творится, это и в Москве творится. Это, мне кажется, в больших крупных городах. Я уж не говорю за мелкие городишки, там райцентры, там вообще вот, там в Забайкалье едешь, там выходишь из поезда на перрон, там посмотреть, киоски стоят музыкальные. Там вообще ничего не лицензионного, никогда не было. Там у людей до сих пор кассеты стоят. Да, да, да. Для магнитофонов. О чем говорить? Слушай, я знаю, что на своем сайте ты начал, ну, как бы такую негласную борьбу против пиратства, так, бесплатных скачиваний, ну, скажем так, музыкантским языком, чтобы на шару кому-то что-то досталось. Да, на самом деле это было настолько неприятно, когда я пошел по сайтам проверить, да, ну, вообще, права принадлежат, допустим, мне или там другим рекорд-лейбам, тем же московским, творится полный беспредел, порядка 200 фирм, я насчитал в интернете, кто торгует моими рингтонами. Когда сами нарезали, рингтона сделали там. Кто торгует скачиванием моего видеоматериала, моих песен. Это вообще вот я... И как с этим? Где это дело? Как? Почему с ними не борется? Но если ты не будешь бороться... И насколько теряет финансовый исполнитель? Финансовый. Да все теряет. Я это... просто сейчас у меня работает программист, там талантливый мальчишка, кто сейчас запретит это и скачивание... Ни видео, ни рингтонов с моего сайта и так далее. Но с твоего, а с других? И с других мы тоже послали везде предупреждение. А, уже? Конечно. Написали официальное письмо от моего продюсерского центра. Угу. Что будем разбираться тогда. Уже с правовой точки зрения. Конечно. Ну что же, радостно, радостно. Давай послушаем следующую песню. «Впервые» называется песня. Это юность моя, это наши дворы. Беззаботно тогда мы все жили. Но уходили, уходят опять пацаны. Эх, вы юные годы шальные. Первая девчонка и стакан вина, сигарета, годы молодые. Так гуляла юность нашего двора. Все тогда для нас было впервые. Так гуляла юность нашего двора. Все тогда для нас было впервые. Я с большой теплотой вспоминаю друзей,
что мы вместе тогда вытворяли. Все мы дети тех лет и отчизны своей, той, которую мы потеряли. Первая девчонка и стакан вина, сигарета, годы молодые. Так гуляла юность нашего двора, все тогда для нас было впервые. Так гуляла юность нашего двора, все тогда для нас было впервые. Сильно и черным хвостом заметает те годы шальные. Вот знакомый мне двор, вот он, милый мой дом, все для нас тогда было впервые. Первая девчонка и стакан вина, сигарета, годы молодые. Так гуляла юность нашего двора, все тогда для нас было впервые. Первая девчонка и стакан вина, сигарета, годы молодые. Так гуляла юность нашего двора, все тогда для нас было впервые. Так гуляла юность нашего двора, все тогда для нас было впервые. У нас звонок. Алло. Алло, Виталий, Андрей, вечер добрый. 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 Меня зовут Игорь, я как бы редко звоню на эту передачу, но просто мимо такого гостя не мог не позвонить. Андрей. Да, слушаю. Я искренне вам просто поклоняюсь в пояс за песню «Тоска». Это песня, которая просто помогала всем пацанам 90-х годов не то что выживать, а не ломаться и держаться в любой трудной ситуации. А просьбы у меня две. Первая — это что-нибудь из стареньких спеть. Ну, грубо говоря, там из «Волюшки», там «Базара нет». И вторая просьба, и как бы с ваших уст хотелось бы услышать вашу дискографию, потому что столько пиратских альбомов, что просто голова кругом идет. Все, спасибо, удачи, здоровья, всего доброго. Спасибо. Спасибо. Ну, по дискографии могу сказать, у меня вышло больше 27 альбомов. Я сейчас так навскидку в порядке хронологии их не вспомню. Ну, я тоже, кстати, я начал считать, сколько у тебя альбомов. Потом после где-то 15-го я думал, а ладно, это будет... Это официально вышло 27, не считая там вот пиратки. Это все, кто выходил на московских, питерских лейблах и так далее. Так. В отношении песен вашего вопроса и старенького что-нибудь. Сегодня как бы у нас немножко другая тематика передачи. Мы так договорились с ведущим, с продюсером программ. И как бы хочется, как любому исполнителю, показать что-то новое написанное. Старое вы всегда можете услышать, а вот новое, пока оно появится. Ну, в конце концов, по поводу старенького можно зайти и на твой сайт, в принципе, посмотреть. Конечно. Ясно. Андрюш, 16 мая сего года в городе Бирске, Новосибирской области, был концерт. Апреля. А? Апреля. Написано мая. Я уж не помню. Да, слушай. Ну, бери за жабры своего администратора сайта. Ну, значит, апреля. Но не суть. От войны и от тюрьмы не зарекайся. Насколько сегодня актуальна данная перефразировка известной фразы? Ну, вот смотрите. Я приведу такой пример. Вот, честно, на самом деле, страна... Вот по статистике, сегодня осужденных у нас сидит порядка 700 тысяч. 700 тысяч. Страна стала в два раза меньше. В два раза меньше стала страна. По статистике 70-х годов у нас примерно такая же варьировалась цифра. Это процент... Давайте соотношение населения 240 миллионов и население сегодняшнее. Угу. Вот. Это только на территории России порядка 700 тысяч сидит. Второе. Мы же не называем это войнами сегодня, да? Мы афганскую войну не называли войной. Но смотрите, сколько у нас сегодня так называемая контрразведческая операция проводится. Весь Кавказ же полыхает об этом... Средства массовой информации об этом открыто не говорят. Люди идут, ребята гибнут. Конечно, гибнут. И сегодня я не знаю, какие там потери.
в принципе, применяется все то же самое, что и в Афганистане, та же техника и так далее. Смотрите, Дагестан полыхает, Чечня полыхает, чтобы нам не говорили. Карачаево-Черкесия полыхает. Часто ли ты бываешь в горящих, я бы сказал, точках? Нет, только вот за все время я пару раз был в Ханкале вот, угу. С концертами. Какие впечатления от всего происходящего? Да ну я же знаю, это солдатский быт, все то же самое. Ясно, Андрюш, вот чего я хотел спросить, ты и забыл. Ты немало выступаешь, насколько я посмотрел по сайту, благотворительные концерты в колониях, тюрьмах для молодых ребят, которые там mm-hmm. сидят. Насколько, ну, естественно, ты знаешь всю эту изнанку, скажем так, воочию видишь изнутри. Mm-hmm. Насколько изменились те понятия, которые были, скажем, в 70-х, 80-х годах? Ну, допустим, та же драка. Не бей лежачего и драться до первой крови. И что происходит сейчас? Насколько нет, мы о чем говорим? О дворах или о лагерях? Вопрос. В лагерях ребят сидят из дворов. Нет, я понимаю. Сегодня, к великому сожалению, там эти люди уже практически... Сегодня деньги решают все. И в меньшей степени авторитет человек. Это к великому сожалению. Это значит, кто с баблом, тот и молодец. Кто-то выживает. Так, это здесь, а там как? Я про них и говорю, про лагеря. И там тоже? Так, ну, а лагерь и армия слепо гражданское общество. Это же элементарно. Это утрированное, да, сгусток общества. Да, который... также есть определенная прослойка. Там, там, там. Блатная элита пошла вниз. Да, работяги. Что самое в стране происходит у нас? То же самое и в армии. Реакция пацанов, сидящих на твои песни? Не понял. Вот приезжаешь ты. Выступаешь mm-hmm. для них, несешь для них, ну, как бы, самое интересное, свое слово. На самое интересное, если поешь какую-то лирику, они так сидят, это, тяжело же эту аудиторию раскачать. Они сидят все такие загруженные, там, mm-hmm. да, особенно когда такие святые понятия, воля, там, мама, они там, ну, грузятся по полной программе. Единственное, потом, когда зал начинает, когда начинаешь петь песню, там, допустим, «Шалава», «Люся», там, mm-hmm. там «Мужчина», «Ответ мужчинам» и такие песни зажигательные, там. Или тот же «Апрель», который там вся страна знает, там, разноговоряне, там. Ну, здесь начинается уже, там, типа ночного клуба, движение, свист, там, mm-hmm. и так далее. А когда ритмика пошла, так далее. Да, 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 и драйв, и все какие-нибудь песни, там, особенно, там, mm-hmm. про неадекватных мужчин, там, вот, и так далее. Ah. Да, это они любят, да. Понятно. Ты знаешь, я этим летом был в Латвии, и получилось так, что с группой музыкантов, артистов выступал в одной из тюрем строгого режима. Поразили глаза ребят, сидящих там, а тюрьма очень суровая, потому что там ребятки сидят сроки от 15 лет и до предела, скажем так. И что поразило, понимаешь, какая-то вот черная энергетика, тяжелая очень. И глаза, ребят, с какими мыслями ты перешагиваешь вот этот порог КПП перед концертом? Нет, вот честно сказать, допустим, все даже говорят, даже вот по всем этим, самое страшное – это малолетка. Угу. Где хотя бы там строгий режим, там люди уже с возрастом... Так вот, что еще они поразило, с пацаны все там молодые. Там нет беспредела. Они относятся к этому с пониманием. Ну, ты так живешь там мужиком, ты живешь там... Все там как бы вот такое. Это люди уже видевшие что-то в жизни. А, конечно, малолетки там это... И самые страшные же, самые жестокие это дети. Это же любой психолог скажет. В принципе, потому что кодексов каких-то моральных еще устоявшихся нет. Конечно, нет, конечно. Предела нет. Что его в 14 закрыли? Он бомжа запинал, ему дали десятку, да, грубо говоря. Они там групповые убийства просто, поиздеваться. Угу. Им дали десятку, малолетки больше нельзя давать. Он что, до 18 там отсидел, потом ушел на взрослую. И пошел. И, конечно, это, как правило, такие уже не возвращаются. Но максимум на полгода, на год. Давай послушаем следующую песню. Под названием «Ночка». Неделю назад снял казенное, и куда мне податься,
не знал, но свела нас с тобой ночка темная. Я случайно тебя повстречал. Эта ночка с тобой мне запомнится, хоть была она так коротка. Вот так встретились два одиночества на окраине городка. Разговор завязался, как водится, что во мне ты такого нашла. И улыбка твоя, как у школьницы, распахнулась мужская душа. Эта ночка с тобой мне запомнится, хоть была она так коротка. Вот так встретились два одиночества на окраине городка. Эта ночка с тобой мне запомнится, хоть была она так коротка. Вот так встретились два одиночества на окраине городка. Одинокая, мол, вот так не сложилась судьба. И на лбу лишь морщинка глубокая, и к себе пригласила меня. Эта ночка с тобой мне запомнится, хоть была она так коротка. Вот так встретились два одиночества на окраине городка. Эта ночка с тобой мне запомнится, хоть была она так коротка. Вот так встретились два одиночества на окраине городка. Вот так встретились два одиночества на окраине городка. Вот так встретились два одиночества на окраине городка. Андрей, у тебя есть DVD под названием «Зона». Это живой концерт в лагере, записанный в 2008 году. Mm-hmm. Как записывался альбом и были ли какие-то трудности? Это была целая история. Мы договорились с замполитом Гуиной области, главного управления, исправления наказаний. Он говорит, все, добро, я буду своим оператором, мы там будем снимать. Он говорит, ну все нормально. Ну, подъезжаем, начинаем снимать. Колючка пошла, вышки. Тут на вышке, я смотрю, метнулся один, раз набирает. Мы заходим в привратку, где паспорта отдаешь, выписывают пропуска. Залетают двое с автоматами, с овчаркой. У меня гитара с собой, норковая шуба. Думаю, сейчас овчарка порвет, мне потом с кого спрашивать. Потому что система охраны сегодня лагерей, она не подчиняется ГУИНу как бы вот так. Разные системы. Да, абсолютно. Прибежал замполит, подполковник, ему лейтенант, охранник что-то там. Где письменное разрешение? Тут говорит, да мне такой-то все это отдал. У меня в кабинете. Принесите мне его, никого с вами не впущу, я заберу камеру сейчас и прочее, и прочее. Угу. Такой инцидент был. Все равно, в конце все равно договорились, все это порешали. Как бы вот так я пронес камеру и снимали полностью все это. Слушай, а вообще вот в зале, когда уже, ну вот сидит народ, да? И что? Сидят пацаны. Идет твой концерт. Ну вот, я не знаю... Ну, были ли какие-то вот, ну, несостыковки, может, там с одного дубля что-то не получилось, там, со второго, или все вот в лайфе шло? Нет, мы писали это в лайфе, а потом уже делали монтаж, потому что материала было много. И, допустим, тупо показывать, там же, это же не какой-то концерт там, Григория Лепса, да, там, что там свет, там, выстроен звук, там,
куча музыкантов, там бэки стоят, там девушки. Так вот я про что говорю, да, технические какие-то звуковые состыковки. А это кому интересно, допустим, обыкновенный спортзал, допустим, да? Там, или в лучшем случае клуб. Да если спортзал еще и звук летает, то тоже, да. Да, вот в лучшем случае там маленькая фишка, там звезда шансона Андрей Клемнюк у нас сегодня и так далее. Вот, если черные робы, черный зал, никакого разноцветия. Угу. Никакого подсветки, соответственно, ничего нет. Конечно, мы все при монтаже разбавляли какими-то кадрами документальными, соответственно, оттуда же. Жестко ли ребят держали? Ну, просто хлопать вот так вот. Да ручкой. Ничего там не жесткого, ничего не было. Они, наоборот, вот заинтересованы в любом исполнителе, кто приезжает. Это не каждый... Жесть ты серая. Это, к великому сожалению, это многим не надо. Угу. Вот. Там они готовы любых принять, как говорится. Ясно. У себя есть такая фраза на сайте, вернее, не то, что на сайте, в интервью, которое ты давал. «Свои песни не продаю и не предлагаю, потому как живу от Москвы далеко». Где связь тут? В смысле? Москва и не продаю. Да, у меня нет таких предложений, допустим, как бы я там, находясь, грубо говоря, на периферии шансона, да, там, или там военные темы и так далее, как бы... У меня не было такого, во-первых, не было предложения, надо правильно сказать. А если они и были там, то такие там как бы приезжали там какие-то продюсеры с Москвы, там предлагали там по $100 за песню и так далее. Угу. В конце что-то не получилось там и так далее. Я буду что, человеку название 100 раз? Нет. Ну нет, так нет, ради бога. А вот военная тематика, там люди обращаются, можно вашу песню использовать в качестве гимна, допустим, фестиваля в Рудне? Вот мы хотим ее на открытие сделать, там аранжировать и так далее. Говорю, ради бога, пожалуйста, какие деньги здесь? Угу. Это святое. Вот, конечно. Вот и все. Ну, дело чести просто любого нормального человека, гражданина. Давай послушаем следующую песню. «Седой» называется песня. Женщина в платье вечернем с гордо поднятою головой вопрошала, откуда, зачем вы, почему вы такой весь седой. Мы сидим в небольшом ресторане, столик наш погружен в полутьму. Да мне и так хорошо рядом с вами, но не будем о прошлом к чему. И глаза ее с искрой лукавства посмотрели в упор на меня. Я ответил, вопросы напрасны, а виною сидит жизнь моя. Мы сидим в небольшом ресторане, столик наш погружен в полутьму. Мне и так хорошо рядом с вами, но не будем о прошлом к чему. Вас волнует, что там было в прошлом, но не надо его ворошить. Было всяко и горько, и тошно, обрывалась порой жизни нить. Мы сидим в небольшом ресторане, столик наш погружен в полутьму. Мне и так хорошо рядом с вами, но не будем о прошлом к чему. Эта женщина в платье вечернем с гордо поднятою головой вопрошала, откуда, зачем вы, почему вы такой весь седой. Мы сидим в небольшом ресторане, столик наш погружен в полутьму. Мне и так хорошо рядом с вами, но не будем
о прошлом к чему. Мы сидим в небольшом ресторане, столик наш погружен в полутьму. Мне и так хорошо рядом с вами, но не будем о прошлом к чему. Андрей, Ольга Климнюк, это твоя супруга, да, насколько я понимаю? Да, да. Слушай, а как родился женский альбом, и кто кого уговаривал его записать? Да, она мне человек как бы не публичный, вот просто. Я ее просто убедил там несколько раз съездить в студию, и все. Она тоже к музыке имеет отношение? Ну да, она просто заканчивала музыкальную школу, но у нее тяготения к этому нет. Она видение, ее мировоззрение выстроено по-другому, в отличие от моего. Ну, как у любой женщины и мужчины. А какие кардинальные вот различия? Ну, не, вот, ну, мне тяготение к бизнесу, там, к ресторанному бизнесу, к своему, к этому, в чем я помогаю там, на сегодняшний день. Там, угу. Ради бога, нравится, делай, потому что годы идут. А если я альбом не продам следующие 5 лет, 10 лет, если концертов не будет? Ну да, беда. Беда, конечно. Ложка будет. Это как спортсмен, 30 лет закончил, да, свою карьеру. Это страшно, вот в те же времена было. Весь вроде орденоносец, там, олимпийских медалей, там. И вот представьте, люди попадают, попали в категорию, Виталь. Вот у него трехкомнатная квартира, которую ему дал спорткомитет, да, копеечная пенсия, а он заслуженный мастер спорта. И Волга, которая сегодня же не актуальна. И все. И куда ему? Практически профессии не имеет, как правило, вот что мог закончить? Либо Лезгов-то, либо какой-нибудь Омский институт физкультуры, да? Все. Да. Катастрофа. Да сейчас, в принципе, любого спортсмена возьми. Не, если... ну сейчас у них хотя бы гонорары такие, что... Ну, не у всех. Это возьми ты 100%, это процентов 5, наверное. Если есть такие публичные, скажем так, удавшиеся действительно люди... Вот, допустим, ну, та же Алина Кабаева, она и в Думе сидит, и... Да и девочка красивая, в принципе. И в этом, как и программу ведет на телевидении. Но, видишь, срослось. Но сколько, сколько гимнасток, которые действительно вышли из спортзала, и все. Травм куча. К 20 годам человек практически инвалид. Вот, это хорошо, если к 20. Вот, давай послушаем следующую песню под названием «В ресторане». Там в одном ресторане парень крепкий, седой, пил стакан за стаканом, говоря сам собой, каждый третий в бутылке почему-то вставал, не орудовал вилкой, только лишь запивал. Каждый третий в бутылке почему-то вставал, не орудовал вилкой, только лишь запивал. На вопрос «разрешите?» он кивал головой. Я прошу вас, уйдите, мне побыть бы с собой. Тихо музыка льется, смех и дым сигарет. Вот уже и не пьется, а покоя все нет. Тихо музыка льется, смех и дым сигарет. Вот уже и не пьется, а покоя все нет. В этом мире уютном скрыты души людей, и в знакомых попутно не узнаешь друзей. Где он был, там все проще, как-то даже с руки обнажаются души, как во скале клыки. Где он был, там все проще, как-то даже с руки обнажаются души,
оскалив клыки. Рассказать, как он выжил, да вот только кому. Не поймет, кто не трогал этой жизни струну. Мне еще принесите, он все пил, не хмелел. Пацаны, вы простите, что вас нет, а я цел. Мне еще принесите, он все пил, не хмелел. Пацаны, вы простите, что вас нет. Андрюш, часто ли собираетесь с однополчанами, с афганцами? Ну, в последнее время стали чаще. По крайней мере, если не собираться, то созваниваться. Это вот благодаря, наверное, интернету и благодаря вашей программе. Потому что люди меня нашли через спутниковые каналы и так далее и тому подобное. Угу. Вот. Чаще, да, вот мы собирались. 20-летие прилетали сюда многие. Было вывода войск с Афганистана 15 февраля вот этого года. Вот. Сейчас грядет 27 декабря. Тоже такая дата. 30-летие ввода войск в Афганистан будет. 79-й год, да. Да, 27 декабря. Так стали созваниваться. Мы же повзрослели. Где-то уже в жизни устаканились. Хочется просто человеческое общение. И вспомнить, наверное, те моменты боевой юности. Дружбы, товарищества. Слушай, Андрюш, я знаю, что у многих ребят, прошедших Афган, война очень долго продолжалась уже после... Она и продолжается сейчас. Много ли ребят, которые были там, закончили, скажем так, воевать там во сне, по ночам и вообще в жизни? Виталий, тут такой вопрос, мы же с оговоркой же, тоже такие подходы, образно говоря. Я понимаю, все профессии важны, все профессии нужны, да? Но можно быть кладовщиком, начальником склада 2 года. А можно за год столько хапнуть на боевых. Это большая разница. Я не пытаюсь разделить движение. Нет, я именно говорю... Афганцы афганцу рознь. Что про бойцов, быть? Действительно. Так нет, я говорю, ну, подразделения тоже есть разные. Есть разные. Есть категории людей, не отрицая их, допустим, заслугу и подвиг. Но они, грубо говоря, он просидел после учебки 1.5 года на посту. Угу. Застава, так называемая, в горах. Он даже Афганистана как такового не видел. Потом дембель и все. Максимально, а что, не спускались в том же Паншире за водой. Остальное закидывали вертолет. Вот и весь сказ. Конечно, заставы обстреливались там и прочие. Были подрывы там, и как бы там РСами духи обстреливали. Но это вот просто, я не пытаюсь, опять же, повторюсь, разъединить афганские движения. Но афганец афганцу рознь. Хорошо, те, с кем, кто с тобой связался, с кем ты созваниваешься ныне, это те бойцы первой категории, скажем так? Не, ну давай говорить так, Виталий, это те люди, с которыми мне комфортно, и которые там... Которые не, действительно которые, видели да, смерть. Да, ну будем так, не были гадами, вот так будем говорить, такую емкую фразу. Как в большей части сложились их судьбы? Есть ли по-разному. Те... Абсолютно по-разному. Тут достиг вершин, один у меня там чуть ли не начальник счетной палаты Киргизстана. Угу. Вот. Кто-то, к великому сожалению, там таксистом работает там, и прочее. Ну, это категория. Хотя не сказал, что он был глупый или несообразительный. Ну так судьба сложилась, так звезды, наверное, легли. Не, ну каждому свое, я не знаю, я помню, что... Ну не могут у нас все быть министрами, понимаешь? В моем детстве были ребята, которые говорили, я хочу быть таксистом. И все с уважением к нему относились. А могильщикам, это что же была тема? Не, ну тема это ничего себе. Так и сейчас, по-моему, там нет. Смотря кто, одни могилы роют, другие бабло собирают. Да, да. Сейчас ситуация кардинально поменялась. Понятно, как в Афгане. Один, да, воюет, а другой кладовщиком там 1.5 года. После учебки, как ты сказал. Давай послушаем следующую песню. «Девочка» называется песня. Девочка в синенькой юбочке, юность шальная моя, наши дворы, переулочки, всюду горой за тебя.
Девочка в синей юбчоночке, юность шальная моя. Вьются дороги веревочкой, только, увы, без тебя. Боже, как много потеряно, знаешь, я так одинок. Вспомнил, как много измерено, я разменял этот срок. Девочка в синей юбчоночке, юность шальная моя. Вьются дорогой веревочкой, только, увы, без тебя. Все, что впервые, то помнится, годы ничто не затрут. Милая девочка, школьница, разный нам выпал маршрут. Девочка в синей юбчоночке, юность шальная моя. Вьются дороги веревочкой, только, увы, без тебя. Вьются дороги веревочкой, только, увы, без тебя. Синенькой юбочке, юность шальная моя. Наши дворы, переулочки, всюду горой за тебя. Девочка в синей юбчоночке, юность шальная моя. Бьются дороги веревочкой, только, увы, без тебя. Вьются дороги веревочкой, только, увы, без тебя. Лет-то сколько прошло, все кажется. Эти губы, морщинка на лбу. Ты с улыбкой прекрасная школьница. Это я позабыть не смогу. Андрюш, я знаю, что по России тебя знают и хорошо знают, и даже, судя по звонкам, любят. Знаю, что в Питере тебя любят и знают. Как в Новосибирске обстоят дела? Так как в Новосибирске все ж родные. Угу. Это кажется, он двухмиллионный, а там что, таксисты здороваются. Да ты чё? Официанты. Не, обычно есть такая проблема, ну, нет пророка в своей семье, как говорится. Не, ну я не говорю, что там, допустим, у меня там ежемесячный концерт в Новосибирске, я бы надоел. Ну так, когда я захочу, там, это мне организовываю. Угу. Вот так вот. Я же, видишь, почему знаю, таксисты, официанты, это же показатель. Потому что я человек с определенными пороками. Поясни. Ну, я люблю выпить, люблю женщин. Вот. Не, нормально, человек сидит. Я пьяный только за... про жену говорил. Я же пьяный за руль не сяду, правильно. Поэтому таксисты и так далее, там подобное. А, ну знают, куда тебя везти. Знают, куда, вот это самое главное. Так, Андрюш, привет, куда? Подумай о ситуации. Домой. Константинович, ты извини, ради бога, напоминать, там 300 рублей должен. Я вот тебя довозил на той неделе. Я говорю, ну, разговор. Неудобно было простить, ты в таком состоянии был, там, в эйфории. Ну, свой, это хорошо, это здорово. Слушай, я знаю, что ты достаточно негативно относишься к так называемым солянкам, сборным концертам. Почему? Не, ну просто я вот не скажу, что часто выступал, да. Но я считаю, что как бы... Ну, наверное, во мне эти задатки лидера всю жизнь присутствовали. Это раз. Второе, вы приходите на меня, значит, на меня. Так, извините. Толпиться в очереди, там, извините за выражение, там, я не хочу называть фамилии там, коллег по цеху. Но это не мое, там, делить гримерку с кем-то там, выходить, стоять, ждать, когда соизволят операторы там. Вот ты пятый, ты десятый, ты двенадцатый. Они все это ради рейтинга делают. Это просто надо это сделать, делать от души. Пусть ты не участвуешь там в 10 солянках, там, пусть у тебя лучше один сольник будет за это время. Это гораздо лучше, потому что это общение с залом. А что в солянке отпел под плюс? Убежал за кулисы, все, до свидания.
А хочется, чтобы нормальное отношение было. Отпел, там, тебя машина отвезла в отель, там, да, посидели, выпили, как это обычно у нас бывает, там, пообщались там, с сильными мира всего этого города там, или там, угу. так прочее. Это гораздо интереснее, чем вот это. Я как-то помню, приехали в один из периферийных, скажем так, городов. Вот, а я там музыкантом в одной звезды работал. Вот, и смотрю, заходят дядьки, одетые все, но очень серьезно. Вот, и, а мы в бильярд играем. Они говорят, ну что, ребят, схлестнемся, нас тут никто не обыгрывает. Мы говорим, схлестнемся. И, короче, взяли всю городскую администрацию, уделали. А потом только мы узнали, что это, оказывается, мэр был там, еще кто-то. Вот они говорят, странно, нас тут, в принципе-то, никто ни разу и не обыграл. Он говорит, да вы бы сказали, чтобы это мэр, мы тоже больше с уважением отнеслись. Там не 7-1, допустим, а как-то по-другому. А, давай послушаем следующую песню. Времени остается не так много. «Февраль». Февраля 15-й день, вот и все вроде отвоевали. За спиною Афгана метель, за спиною война и печали. И холодный мрамор обелиска рвет наши души. Почему? Что мы помним всех вас не по спискам, а мы помним всех вас наяву. Февраля 15-й день, вот окончен наш долгий поход. Окунулись в мирское теперь, но война в наших душах живет. И холодный мрамор обелиска рвет нам наши души. Почему? Что мы помним всех вас не по спискам, а мы помним всех вас наяву. Февраля 15-й день собирает по жизни всех нас. За стакан я, братва, в этот день, да за павших, родные, за вас. И холодный мрамор обелиска рвет на наши души. Почему? Что мы помним всех вас не по спискам, а мы помним всех вас наяву. И холодный мрамор обелиска рвет нам наши души. Почему? Что мы помним всех вас не по спискам, а мы помним всех вас наяву. Что мы помним всех вас не по спискам, а мы помним всех вас наяву. Андрей Климнюк, наш сегодняшний гость. Андрюш, твоя фраза: «Попса принимает обличие шансона». Или наоборот? Да, мне кажется, наоборот. Вот я вот и спрашиваю наоборот. А я настолько уже, честно говоря, запутался в этой терминологии, да? Вот просто есть, наверное, уже проще говорить. Есть допустим, там, автор-исполнитель Виталий Волин. Здорово, да? Есть там исполнитель Александр Дзенбаум или Александр Васильевич Новиков. Здорово. Потому что, ну как людей загнать в какие-то рамки определенные? Это вот тоже, да? Кому, я часто не буду называть фамилии, там, коллег по цеху, да, вот, под как, извини, как бы сказали в лагере, под какую масть их подогнать? Угу. И как с него спросить, как говорят в лагере? Как с бродяги? Или как с понимающего? Угу. Вот как с этих людей спросить? То есть, ну, когда, я понимаю, что время такое, без денег никуда, но есть какие-то нравственные препоны определяющие для любого нормального исполнителя. Если ты что-то людям несешь, какую-то частицу культуры, да, я, конечно, не могу себя сравнить с Арнольдом Кацом, бесспорно, да, там, и так далее. Но, тем не менее, на своем уровне что-то там делаю там, полезное там, для людей. Там, вот. Так ну давайте там, не менять окраску.
Ну, если вы, продолжая в этом жанре работать и так далее. Вот это вот, мне кажется, это же вопрос больше этики, наверное, вот такой людской, чем... Тут, ну, Виталий, я даже не знаю, что это сказать. Ну, вообще, происходящее на сегодняшний день бесит, честно скажу. Не, ну бесит, я не могу, я верующий человек, сказать, бесит, в чем бес селился. Нет, возмущает. Хорошо, извини. Возмущает, да. Конечно. Ну, видишь, я почему, я далек от этого, да, и почему стараюсь ни с кем не общаться, что с людей моего жанра там и прочих направлений. Потому что артист, он себя будет завидовать артисту, если у кого-то дело лучше, у кого-то хуже, да. Я дружу с другими категориями людьми. Ну, не знаю, я многих независтливых, хотя и завистливых тоже многих знаю. Ну, я, как бы, видишь, я далек от Москвы, и мне как бы это легче, да. Вот, может, меня жизнь здесь заставила, да, волен-сневолен, общаться где-то с ними в студии там и так далее, сидеть за одним столом и так далее. Я бы-то не поняли здесь, да, и веди там какой-то другой образ жизни. Ну, так, ну я такой, Виталий. Художник должен быть голодным. Твое отношение к этой фразе? Это безобразная фраза. Это вообще это дикость какая-то. Это не здраво. А кто будет оплачивать студийную запись? А на что художник, хотя бы если он... на что бедолага купит кисти? Или он сам белочку поймает, или колонка в тайге. Да. Отрежет хвостик, да, и заплетет косичку в кисточку. Да, холст, слушай, или он но будет... с другой стороны, ты ж не будешь со мной спорить, что очень много нынешних людей, которые, скажем так, на передовой, уже, ну, скажу даже не в шансоне, а вот непосредственно в эстраде, когда были, скажем так, ну, не то что малоимущими, но достаточно обеспеченными людьми, вот. Песни были о другом, и слог был выше, и умнее, и талантливее. А сегодня получается какая-то действительно расческа под попсу какая-то. Ну, Виталий, мне тяжело об этом рассуждать, да, как бы. Ну, мне кажется, обратно, допустим, если у меня там есть какая-то копейка, да, мне хочется сделать больше, как бы, больше лучшего качества и что-то. Если я живу постоянными задумками, да. Мы там решили, отсняли фестиваль в Рудне, Волгоградской области. Мы-то решили, я на свои деньги буду выпускать, понимаешь, чтобы на следующий фестиваль приехать, просто раздарить. Я потеряю там эти 50-70 тысяч, но я обрету вокруг себя людей, нормальных, с пониманием, что я это сделал. Раз позволяю средства, понимаешь? Ну, смотри, опять же, пример Шуфутинского. Я не думаю, что он бедствует, он состоятельный очень человек. Но посмотри, ни один альбом, там ни одной червоточины нет. Все песни ровные, идеальные, все песни хитовые, он постоянно собирает зал. Нет, согласен. Человек ничего не потерял. Михаил Захарович, он исполнитель, деньги. Он же не пишет свои, да, песни. Он исполнитель. Это дело вкуса, которое ему не изменяет. А вот смотри, авторы. Виталий, а вот смотри, а я тебе приведу кучу примеров. Когда люди, располагающие деньгами, ну ты вот посмотри, я не хочу их называть, да, потому что это неэтично будет. Но эти люди, которые по 20-30 лет на эстраде, не берем исключения Примадонна. Там что не песня, то хит. Подбор. Поймать именно песню. Вот все. Остальные же годами поют. Я сейчас не буду называть фамилии, но я на скидку не могу вспомнить ни одного хита этих людей. Ни одного. А сама эстрада подразумевает, что это? Легкую музыку какую-то танцевальную, понимаешь, и так далее. Ну, извини меня, 70-е годы ты возьми там, я не знаю. Вот как раз их я понимаю, но думаю, эти люди сегодня далеко не богатые. Какие танго были, которые, я не знаю. Вот заметь, люди далеко не богатые. Шульженко, ну это просто потолок. Я не знаю, вот такой эстрады. Я просто бы там сказал, эти люди подумали бы там, ребята, вам под 60 лет, там, по 55. Ну, уйдите, вам уже это неинтересно. Или это же просто привычка массового зарабатывания денег. Или о другом говорите, уже возраст. Да, или о другом говорите. О серьезном, о чем-то. Ну, когда... Чем интересен новый Садовыдович, Кобзон? Он не меняет свою тему, не меняет свою жизненную позицию. Он если пел живьем, он и поет живьем. Если он пел эти вещи, он их и поет достойно. Не зарай на возраст. Собрать много народу и целую передачу. Да, дискуссию, да, по этому поводу. Следующая песня «Афганец». Бывает так, порой накатит грусть, а если честно, все-таки тоска. И мыслями я в прошлое вернусь. Спасибо, Боже, что я жив пока. И память по волнам меня несет. Я юный, что-то вечно вытворял. Соседи говорили, меня ждет.
как минимум, какой-нибудь централ. И память по волнам меня несет. Я юный, что-то вечно вытворял. Соседи говорили, меня ждет как минимум какой-нибудь централ. От лагерей нас спас тогда призыв. Нас сотнями тогда жрал Афган. И военком сказал, иди служи. Считай, пацан, что все отплатовал. И я там, сукой, не был, всех спроси. И орден мне тогда дала страна. Ах, как мы были слепы, пацаны. К чему сегодня наши ордена? И я там, сукой, не был, всех спроси. И орден мне тогда дала страна. Ах, как мы были слепы, пацаны. К чему сегодня наши ордена? После Афгана что куда к чему? Да им плевать на наши ордена. А власть уже дербанила страну. Уже тащили, суки, кто куда. Они вовсю делили наш пирог. Я захотел хоть что-то откусить. Они ж мне накрутили первый срок. Хотели просто в лагере сгубить. Они вовсю делили наш пирог. Я захотел хоть что-то откусить. Они ж мне накрутили первый срок. Хотели просто в лагере сгубить. Но разве можно в лагере сгубить, коль ты по жизни духа не лишен? Вот этим самым там бы день побыть. В натуре превратились бы там жен. Я вышел, до сих пор душа болит. И одурел от проданной страны. Ведь ни один чинуша не сидит. Отчалимся мы с вами, пацаны. Я вышел, до сих пор душа болит. И одурел от проданной страны. Ведь ни один чинуша не сидит. Отчалимся мы с вами, пацаны. Отчалимся мы с вами, пацаны. Пришло две смс-очки нам сегодня. Я зачитаю обе. Ну, насколько ответить успеется, я не знаю. Я думаю, что... Ладно, я зачитываю. Татьяна из Новосибирска. Добрый день. Очень рада видеть земляка. Хорошего и потрясающего исполнителя. Вопросов нету. Пожелания. Побольше хороших песен поклонников. Творчество. Новосибирск. И Иван из Челябинска. Здравствуйте, Андрей Константинович. Очень рад, что вы снова в этой передаче, за что отдельное спасибо руководству канала. Хотелось бы задать несколько вопросов. Вы выпустили за последнее время два альбома «Афган» и «За ВДВ». Но найти эти альбомы в регионах совершенно невозможно, к сожалению. Заказать их через интернет тоже проблематично, так как и в тех интернет-магазинах, где альбомы были, теперь одни пустые прилавки. То же самое касается и DVD. Дисков. Не подскажете, где же все-таки можно приобрести ваши диски? Эти альбомы мы делали сами, то есть они как бы выходили. Это подарочные издания было, были. Значит, от дистрибьюции никакой речи быть не может. Дистрибьюции никакой. Просто они были раздарены десантникам и были раздарены афганцам. Вот. Это все было приурочено к юбилею, ко дню ВДВ и к 20-летию вывода войск с Афганистана. То есть их продажи никогда не было, этих проектов. Вот. Ясно. Ну, ты знаешь, и от меня личный вопрос такой напоследочек. Есть ли перспектива выпуска еще одного альбома Ольги Климнюк? Да не, вряд ли. Она погрязла в ресторанном бизнесе. Решили закрыть эту тему? Да, да. Тем более она с концертами, она человек не публичный, она если видит двух людей, она начинает замолкать, потому что она сидящая в зале перед собой. А если аудитория там 500 человек? Угу. Что убежала... Ну это уже вообще уже... Да, убежала за кулисы. Спряталась. Есть ли свободное время, чем занимаешься? В смысле? Свободное досуг, ну вот хобби, я не знаю. Ну честно, вот в последнее время что-то у нас стало какой-то доброй традицией семейной. Я как бы привязываю это к концертам. Ездить в такое в Горный Алтай, в идеальное место, это Сибирская Швейцария. Угу. Вот есть такое место в Белокуриха. Федеральный курорт, федеральный. Вот там шикарно, мы там вообще там как бы
Ну, я тоже на Алтае побывал. Тоже, последний кстати, раз там были вот на Алтае. Все-таки что-то дает какую-то энергетику. А в какое время года туда ездишь? А я по-разному. Я могу хоть на неделю сорваться. Что от нас там 500 Андрей километров? Андрей Клименюк у нас в гостях. Спасибо, Андрей. Спасибо.